Всем привет! Вы на канале Бэйби Ужас. И мне бабушка только что. Вот бабушка. Бабушка, развернись. Вот. Она мне только что купила воздушные фломастеры. Я, конечно, их уже вскрыла, попробовала порисовать только сейчас. Вспомнила, что у меня есть канал, что у меня есть вы. Я как раз уже подготовила. Сейчас. Блин. О, получилось. О, как хорошо. Этим фломастером можно не только вот так дышать, можно и просто вот так. Слушайте, я левша. Я правша, не левша. Ой, я экран замазала. Ладно, сейчас. Вот. Можно просто так писать, например. Так вот. Так вот. Я смотрю на экран и пишу. Я не смотрю то, что я пишу. Я смотрю просто на экран камеры и пишу. Можно вот так. Просто вот так. О, все. Красота, я так красиво красить. О! Кстати, кто любит свою маму? Ставим большой. Сейчас нарисую, что большой. Палец вверх. Так, ладно, на камеру не буду смотреть. Буду смотреть то, что я рисую. То есть смотрю на камеру, она мне еще не прицеливается. Я не вижу то, что я рисую. Ставим большой палец вверх. Кто любит свою маму? Так. Да. Ладно, говорить не буду. Берем, короче, красный. Он у нас устроен так. Лицевая часть в темной стороне, а задик, типа, ну говоря, в прозрачный. Так вот, мы делаем все по-другому. Сейчас возьму я лимонад. На лимонад, ребята. И, короче, нифига мне с этим лимонадом не получилось сделать то, что я хотела. Значит, берем банку от варенья. Блин, да ничего не... Ладно, короче. Первое, что мы должны сделать. Сейчас, подождите. Я вам буду показывать вариации на оранжевом фломастере. Смотрите. Он у нас лежит вот так. Первое, что мы должны сделать, сейчас покажу. Первое, что нам нужно сделать, это снять вот эту крышку прозрачную. И, короче, ну это типа инструкции, у кого они есть. Кто купил, кто не знает. Первое, что нам нужно сделать, это открыть. Я в больнице уже такими пользовалась, когда лежала. Ой, не хочу это вспоминать, как я лежала в больнице с проколотым, ой, не с проколотым, а с пулька выбитым глазом. Пистолетик был игрушечный, так что ничего страшного, все нормально. Ладно. Я вам расскажу страшные истории. У меня там появилась подружка, и она, ее зовут Кира, у нее были такие фломастеры. А еще, знаете, как она угромоздилась? Вот, ладно, мне просто подошли вот так, взяли пистолетик игрушечный, пил в глазик, и все. Я приезжала в больницу, мне поставили несколько тысяч уколов. Ладно, я шучу. Мне поставили уколы, и я вышла. А вот с Кирой было все похуже. Кира, у нее отключили свет или что-то такое, она искала, короче, провод, и себе проводом порезала так глаз. Это был ужас. Я не могла на ее глаз смотреть. Это... Ой, я прям... Ой, боже. Как мне было ее жалко. Ладно. Первое, что нам нужно сделать, это... Так, это просто... Я просто так рассказала. Первое, что нам нужно сделать, это здесь вот это. Всунуть фломастер вот сюда уже лицевой частью и желательно покрепче, чтобы хорошо дулось. Видите,
Вот с другим он ломастером вот так лежит, то есть, типа, закрытый, чтобы он не выветрился. А вот, вот так вот, чтобы рисовать. Четвертое, что нам нужно сделать, это закрыть крышкой. И тоже покрепче. А потом нужно подуть. Когда бабушка освободится, она возьмет камеру телефона, правда, не знаю как. И, короче, а сейчас смотрите. Блин, это неудобно так. Вот бы на что-нибудь вот так вот телефон опереть, чтобы он меня смотрел, снимал. О, мы тоже банку с вареньем оперем, да и все. Баба, можно ли посмотреть? Меня видно? Вот там, за этой банкой. Видно. Видно? Сейчас, походу, нет. Да. Пока ты мобильник настроишь, полгода пройдет. Вот так берем. О, боже, я телефон взяла. Красиво, конечно, получается, когда на одном месте так просто. О, какая рука, как будто рука так бью. Сейчас покажу. Потом это, конечно же, все разъединяем. Нужно было начать ролик. И некоторые могут заметить, тут запотевает стекло. Его нужно, конечно же, протирать. Сейчас схожу воды, короче, туда налью. Ну да, желательно, чтобы вода была холодненькая. Промыть, короче, его. Потом вытереть. Чтоб фломастер не испортился. Но это можно сделать просто вот так вот, протерев пальцем. Ну, если он сильно запотел, то тогда лучше не медлить, а промыть водой. А если он не сильно, то тогда можно и просто так пальцем. Почти высох. Можно написать вот так. Баба, смотри, посмотри, вот тут видно, что на листочке в камере. Что? Что выдуло? Дудь показывала, как будет. Ну, показывала. Я поэтому и направляла на себя камеру. И потом также закрываем плотненько. А сейчас, ребят, вам придется... Ну, это я просто так дула. Сейчас, ребят, вам придется подождать. Ну... Ладно, сейчас. Кстати, снимаю уже 8 минут. Будет долго редактироваться. А теперь смотрите. Так, это нужно убрать. Это, до этого мы пока не дошли еще. А вот это я рисовала, когда мне купили. Всеми цветами. Всеми. Тут присутствует коричневый ствол, зеленый листва, красный солнце, оранжевый песок и серенький такое темное-темное небо, потому что закат, закат, а у нас уже темень на улице. Что, трудно выдвигать темень, вон бабушка видно как работает.
Знаешь, мне бабушка купила такие прикольные мотки скотча? Изолента такая цветная. Здесь такая зеленая, какая голубая. Ну, с голубыми проемами. А дальше есть такая золотая. Почему ее так мало, потом расскажу. Есть такая зелененькая. Есть такая фиолетовая. Все. А еще я вот сделала вот такую коробочку на 1 апреля. Наверное, подумаешь, что тут вот такие духовые фломастеры. А по правде это 1 апреля. Я обвязала это все как подарок. Смотрите, как красиво получилось. Тут сзади. А когда он откроет, он увидит там солнечные очки крутые. Червячка и еще много солдатиков. Мой брат. Я о Давиде говорю. Давид все Давидова. Да. Все при все. Дарить то, что уже подарено. Вот это с 1 апреля я его и поздравлю. Лимонадик вкусный. Я теперь не боюсь свое лицо показывать. Сейчас тебе сделаю браслет. А теперь смотрите и красуйтесь. Какой у меня... Ой, какой у меня красивый браслет. Только что вот из этого сделала. Может быть, куплю еще такие и буду разыгрывать их как конкурс? Может, будет. Может быть, буду разыгрывать вот такие вот ленточки в конкурсе. Если мы, конечно же, наберем 1000 лайков, то тогда буду разыгрывать вот эти ленточки, наверное, в конкурсе. Если мы наберем за сегодня или за завтра, то сразу же, как только наберем, сразу же выпущу. Сразу же. Обещаю. Даю. Даю слово. Ходим в магазин, купим и все. Буду разыгрывать. А условия конкурса потом схожу. Если, конечно, мы наберем 1000 лайков. 1000. Не меньше. И тогда буду разыгрывать. Вот эти... Вот такие духовые фломастеры, вот такие, и вот такие ленты. Буду разыгрывать в конкурсе. Потом условия конкурса скажу. Ну, с вами была я, Соня Железнова. Ну, мое имя Соня. Софья. Так лучше, Софья. Софья Железнова. А канал Baby Ужас. Всем пока! До скорых встреч! А еще не забывайте ставить лайк.